Здравствуйте. Рассказывайте. Куда едете? Туда. В сторону сказки. В сторону сказки? Ага. По сказке можно. Дальше нельзя, знаете, да? Не знаю. Проезд закрыт здесь. Летнее время. Я по лесам катаюсь. По лесам? Страховку все надо, просто мне там подсидушка, ну там далеко. Даже страховка. А? Даже страховка. Конечно. Все вообще, вот так. Данные вот. Транспортные средства не предназначены для движения по дорогам общего пути. Снегополоса входит, да? Не, ребят, все по закону. Мне даже, говорю, страховка. Я консультировался в ГИБДД и так далее. Вообще данные транспортные средства ставятся на учет в Гостехнадзоре, правильно? Да, все. И они регулируют движение этих транспортных средств. Снегополотоходы предназначены для движения по дорогам общего пользования. А вот есть квадроциклы шоссейные, вот на них можно ездить. Ну, они как мотоциклы идут, категория А у них там, да. А1, вот так. Квадроциклы шоссейные, да. А вот это снегополотоход. На них страховку делать не нужно, и по дорогам же общего пользования ездить нельзя. Не, ребят, у меня просто этот, из начальников товарищ есть, который, с которым мы поговорили, он все рассказал нам. По дорогам общего пользования. А вот снегополотоходом, это как снегоход, нельзя по дорогам общего пользования. И на них там ничего не отличается. Они регистрируются по-разному. Одни регистрируются по всему населению, а другие гоняют. Почему нет? Это стандартный квадроцикл. Почему тогда? Регистрация идет. А там так положено. Техосмотр. Давай, так и есть. Вот это данное транспортное средство не предназначено для движения по дорогам общего пользования. Страховку на него делать нельзя. Это вот едет, например, у тебя мотоблок по дороге, да? Ему нельзя по дороге ездить. Он не транспортное средство, он только может по своему огороду. По обочине можно? Нет, по обочине вообще движение транспортное средство. А вот на этом можно только ездить по полям, по лесам и проверять, да, как сказать, и страховку на него делать не нужно. Так же, как и на снегоход. Почему позвать? Да нет, вы не правы, вы закон почитайте, здесь не это, нет такого. Я же говорю, у нас это, есть товарищи вышестоящие, ваши структуры, где? Поэтому... Ну, что, фамилия называется? Начальник Гостехнадзорского района. Да не, я не про Гостехнадзор, я про ГИБДД. А почему тут Гостехнадзор на учет ставит, и он регламентирует движение этих транспортных? Я понимаю. Ну, а никак не ГАИ. Мы консультировались с товарищами из ГИБДД. С каких товарищей? Что такое? Блин, сейчас звонить надо. У меня товарищ, ну как бы, им брови. Я вам говорю, что Гостехнадзор регламентирует это движение. Блин, я не помню. Так же, как тракторов и самоходных машин. Слушай, меня же уже ребята останавливали, притом не первый раз. Смотрите, я одного мужчину останавливал, который ездит в Омске уже 5 лет по правам, которые выданы в штате Флорида. И думает, что ему можно по ним ездить. Нет, я понимаю. Вот и все. Пока не попался мне. И в конечном итоге он больше не ездит, потому что его права не соответствуют конвенции о правилах дорожного движения. Потому что США в 64 году не подписал эту конвенцию, то есть не ратифицировал этот договор. И они не соответствуют конвенции. Поэтому по ним ездить в Российской Федерации нельзя. После беседы даю не взятка. Если есть машины, ну, эти. Вы кем там работаете? Я один из руководителей направлений. Каких направлений? Ну я по рекламе, по пиару, то есть. Ездил к вам. Если надо будет. Ездил я к вам, два раза переделывал.
Ну, всякое бывает. Вы же понимаете, человеческий фактор, такая вещь, блин. Боремся. Скидочка будет. Да, максимальные скидки. Если что, скажешь, что товарищ обещал. Все, если что, там телефон мой есть, мало ли.